Всем привет! С вами канал Артмани, я Тапин Наталья. Варю я сейчас вот брокколи для Зимули. Сейчас мы ее будем перемалывать. Уже у меня время обед, второй час доходит. Вот, сейчас мы ее вытащим. А, надо выключить сначала. Опа! И вода такая красивая, она такая зелененькая. Сейчас упадет. Ой, упала. Соскочила. Соскочила в тарелку. Вот такая вот у нас брокколи. Так, ну вот она у нас брокколи сварилась. А сейчас мы ее будем измельчать вот здесь вот. Мы будем ее измельчать. Зима у меня будет есть сегодня брокколи. Я отдельно измельчу брокколи и отдельно измельчу картошечку. Вот, она уже остыла, уже там полежала немножечко. Вот, и брокколи, кстати, тоже уже остыла. Вот, у нас сегодня очень пасмурно и очень хочется спать. Дома очень темно. Я сейчас снимаю вам при свете. Включил свет, потому что очень темно. Вот, видите, насколько стало темно. Просто у нас еще очень хочется спать. Дима тоже спал. Вот, он уже проснулся. Готов уже обедать. Вот, даже несмотря на то, что время там 2 часа с чем-то у нас, тем не менее, довольно темно. И в комнате тоже очень темно. Пасмурно, солнышка нету. Вот. Зимочка тут уже ждет меня. Я только что приготовила кушать. Пришла сюда, чтобы поставить камеру. А он разобрал пирамидку. Ему так была нужна палка. Он знает, что палка находится, где пирамидка. То есть ее нужно разобрать. Он это знает. Вот. Да, Дима у нас кушает. Дима будет кушать брокколи сначала. Ну-ка, брокколи-то. От мамы же вкуснее брокколи, правда ведь? Бабушки тебе в прошлый раз делали брокколи? Тебе не понравилось, да? А сейчас как? А картошечка? Ням-ням-ням-ням-ням. Ну как брокколи? Вкусная? Не выплюнешь? Да. Что там? В камере есть зеркальце? Да? Да. Скажи всем привет всем. Меня зовут Дима. Да? Что ты? Рот открывается, главное, интересно, а рука не хочет давать рту попить. Из-за этого у нас постоянно борьба идет, да, Димуль? То, что Дима, точнее, рот Димы пить хочет, а рука не хочет давать. И вот начинается. Рот открывается, а рука отмахивается, да? Понравилось тебе брокколи, это хорошо. Картошечка с брокколи, да? Это, наверное, тебе морковка, по-моему, была у брокколи в прошлый раз. Они, наверное, вместе не очень. Чего там? Смотри. Уже все съел. А там жираф твой любимый проявляется, да? У нас на тарелочке жираф, вот он. Уже проявляется. Жираф уже половину съел, да? Да? Или это ты съел? Твой любимый жираф? Да, Дима?